Победа! Сердцу сладкий час. К 200-летию Бородинского сражения, ставшего прологом к победе России в Отечественной войне 1812 года. 7 сентября 2012 года. Эпиграфы. Победа! Сердцу сладкий час. Россия, встань и возвышайся. Александр Сергеевич Пушкин. Бородинская годовщина. Гроза 12-го года настала, кто тут нам помог? Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, из 10 главы. Победа! Сердцу сладкий час, азартных галлов бита карта. Развенчан гений Бонапарта, салют французских звезд угас. И в прежних войнах всякий раз, будь то татары, ляхи, шведы, дух русский праздновал победу. Победа, сердцу сладкий час. Победа, сердцу сладкий час. Да, были в битвах поражения, нас подвергали унижениям и кровью умывали нас. Но волей Божьей заручась, Русь вывод делала достойный и побеждала в лютых войнах. Победа, сердцу сладкий час. Утих разбойничий Кавказ, тряслись в бессилии султаны и громко славили Балканы побед российских сладкий час. Победа, сердцу сладкий час. Когда полмира захватила люциферическая сила идеей избранности рас, народ Руси планету спас. Безмерно жертвуя собою, он предназначен был судьбою вершить победы Божьей час. Что ж, был побед великих час. А нынче как? С бескровным свойством войну без чести и геройства лукавый враг ведет сейчас. О той войне отдельный сказ. В ней психология оружия, в ней информация оружия, ложь и растление оружия, грех и безбожие оружия. И вранье ликуя кружит, и луч добра все уже, уже, и так далек победы час. Но зря враг пялит алчный глаз из пирамиды сатанинской. На славном поле Бородинском народ российский, исполинский, готовит битвы славный час. Нас победить? Да ни хрена! Получит враг пинков сполна, ведь в генах русского народа гроза 12-го года и 45-го весна. Убей раба, не значит стань свободным. Эпиграф. Убей в себе раба. Модный с 90-х годов лозунг на постсоветском пространстве в среде псевдоинтеллигенции. Свободным быть – нелегкая судьба. Тяжелый путь под знаменем Господним. Бравурный клич «Убей в себе раба» – плохой ремейк девиза «Стань свободным». Вот раб Халуй. Он сделался рабом природно, не по страху, без батыйства. Халуй, убив раба в себе самом, по сути совершит самоубийство. Вот раб-злодей. Живет в нем лютый зверь, но рабский страх стреножил злую силу. Убьешь в таком раба, откроешь дверь Нерону, Торквемаде, Чикатило. Вот раб-бунтарь. Погромов генерал. Соавтор революций психопатных. Кровь проливая, вольным он не стал, но в беспощадии бесом стал внештатным. Вот раб-купец. Раба он не убьет, а станет продавать, устроив шоу. И некто сей товар приобретет, но лишь в комплект с купеческой душою. Разнообразна раковая смрать. Жрецов греха, певцов свободы ложной, не могущих понять или принять, без Господа свобода невозможна. Ведь даже став свободным от всего, ты от Творца свободным быть не сможешь, но можешь стать сотрудником Его, Его солдатом, человеком Божьим. И это зрелый максимум свобод, доступный человеческому роду. Раб внутренний сам по себе умрет, не выдержав божественной свободы. Не главное убить в себе раба, но главное – родить себя свободным. Свободным быть – нелегкая судьба, труд тяжкий под водительством Господним.
жемчужина. Кусок кристалла мастер огранит, и станет тот изделием драгоценным. А жемчуг нет, он сам себя растит и сам стремится к форме совершенной. Кристалл — мертвец, он истине чужой покорно служит линзой и экраном. А жемчуг нет, он организм живой, зачатый солнцем в лоне океана. Жемчужина. В ней все, что я хотел. И свет, и сумрак, пылкость и степенство. Хоть я и мастер ювелирных дел, в ней нечего добавить к совершенству. Простить, но не забыть. Я обиду простил, осенившись крестом троекратно, и она растворилась дымком над церковной свечой. Я обиду простил, но забыть по причине понятной не могу, ибо память есть свойство натуры людской. Я обиду простил, только где-то в ячейках укромных мозг бесстрастно хранит файл прощенной обиды моей. Но я, помня обиду, ее никому не припомню. Боже, чудо яви, вытри начисто память о ней.